Фотостудия «Марита Эрт» уже полгода успешно работает при Центре неформального образования молодежи Даугавпилса. Шесть ребят под руководством известного в городе фотографа Юрия Бертникова делают первые шаги в искусстве моментальной съемки. Разного уровня люди пришли. Были люди, которые уже где-то занимались, что-то имели. Но в основном пришли те, кто уже имеет какую-то более-менее приличную аппаратуру. Ну, скажем так, средние уровни, да? Вот, на которые они уже могут получать интересные вещи творческие. Вот. Обучаемся разным вещам, то есть это и композиция, и кадрировка, и как ловить кадр, и технические, да, какие-то показатели. На выставке начинающие фотографы представили 20 работ на различные темы, от портретов до абстрактной съемки. Они иначе смотрят на окружающий мир и, казалось бы, совершенно обычные вещи воспринимают не так, как большинство людей. Я уже увлекаюсь полгода, я решила этим увлекаться, потому что мне всегда это нравилось. Я фотографировала на все, что только можно, было там самые старые телефоны, которые у меня были. Вот, я очень люблю такие всякие фотографии, и именно портретные тоже люблю. Когда иду даже вот по городу или что-то такое, вот понравился, например, пейзаж какой-то, даже там ребенок или что-то такое, вот что-то там просто стрельнуло в голове и решила сфотографировать. И получается иногда очень хорошие фотографии. В будущем Юлия очень хочет стать фотографом. Для нее это не просто хобби, а призвание. И для хорошего результата совсем не обязательно иметь дорогую аппаратуру. Стоит лишь включить фантазию и прислушаться к своему сердцу. Выставку фотографий в фойе Даугавпилсского театра горожане смогут посмотреть до конца мая.